честь своего 75-летия Коми-кино-видеопрокат пригласил в Сыктывкар народного артиста России Александра Михайлова. Известного по фильмам «Любовь и голуби», «Змеелов», «Одиноким предоставляется общежитие». Денис Сидоров не смог пропустить творческий вечер. В доме моем, где пахнет хлебом и дымком из печи. Он такой же, как и прежде, высокий и статный, и лишь немного измененный временем. Однако на сцене это не чувствуется. Артист Михайлов, как и прежде, обладает широким творческим диапазоном. И его роли, даже в падении, унижении и раскаянии, такие же яркие и величественные. Смотри там, на курортах-то. Счастливо оставаться! Зритель, безусловно, помнит Васю Кузина из комедии «Любовь и голуби». Реалист Михайлов сумел представить себя в несвойственной гротескной манере. Только вот зрители полюбили героичного и положительного Михайлова, признав его 26 лет назад актером года за роль Павла Шорохова в остросюжетном «Змеелове». Сегодня со сцены звучат любимые стихи и песни артиста. Что стоишь, качаясь? Градус эмоций зашкаливает. Так достигается главная цель любого артиста – заставить сопереживать. По собственному признанию Михайлова, он один из немногих, кто еще пытается что-то изменить в сознании людей, находясь на сцене. Нести добро, все, все светлое, прекрасное. Как сказал Пушкин, я сегодня даже привел из стихи Ивана Ильина. Не осуждайте время. Не судите время, ибо вы рождены для того, чтобы чуть-чуть изменить это время в лучшую сторону. Вот для этого рождены. Актером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, призывает Михайлов, рассуждая о похабщине на телеэкране и о патриотизме. И зритель все это понимает и тонко чувствует. Расположенность Александра Яковлевича к публике. Чувствуется, что он болеет за настоящее время и пользуется случаем, передать эту боль кого-то, найти единомышленников и, может быть, что-то изменить. Вчера в Казани, завтра в Петербурге. У народного артиста очень насыщенный гастрольный график. Несмотря на свои 68, Михайлов продолжает давать мастер-классы студентам театральных вузов. Пригласили Александра Яковлевича Михайлова, всем хорошо известного и любимого актера, которого вот я помню с раннего детства, может быть, так сказать, с юности. Мы все были поклонниками, его сейчас говорят поклонниками, тогда мы просто вот смотрели, открыв рот на его героев. Он не играл этих героев, он жил их жизнями, поэтому они нам были близки, мы хотели на него походить. Приезд артиста приурочен к празднованию 75-летия Коми-кино-видеопроката. Череда творческих встреч продолжится. До конца года зрителей порадует визитом еще одного народного артиста. Кого именно, держится в тайне. Денис Сидоров, Олег Жуковский, телеканал «Юрген», Сыктывкар.